Проверить силу, применить свою удаль и похвастаться здоровьем. Уже восьмой раз после небольшого перерыва на площади Пушкина собрались сильные и ловкие, чтобы продемонстрировать себе и зрителям свою физическую подготовку. Лишний раз подтвердить, что здоровый образ жизни – это здорово и полезно. Впервые с 2019 года возобновляем проведение фестиваля «Здоровый образ жизни Силач». Собирает он всегда у нас сотни любителей здорового образа жизни, сотни любителей спорта. Сегодня здесь присутствует несколько федераций, несколько спортивных центров. Будут проводить открытые тренировки. Каждый желающий может присоединиться, пообщаться с тренерами, изучить для себя новые дисциплины. По задумке организаторов фестиваля, в названии «Силач» нет ошибки. Оно пишется с двумя «Л». В аббревиатуре словосочетания заключен главный смысл мероприятия – сила внутри тебя. Чтобы каждый участник и зритель помнил, что у любого человека есть своя внутренняя, только ему подвластная энергия для достижения поставленных целей. Александр Смирнов приехал в Иваново из соседнего региона, и у него своя цель. Гость из Владимира, мастер спорта по жиму лежа. Потом фестиваль тоже нужен, как бы, чтобы люди знали, что есть такие силовые виды спорта, разнообразные, силовые, не силовые, функциональные, как бы это очень сейчас сильно развивается, популяризируется, распространение, поэтому люди должны это знать и участвовать, здесь часть тоже понимать. Впрочем, цель Ивановского мультифестиваля – не только посмотреть, но и стать его участником. Выбор большой для всех возрастов. Соревнования проходили более чем в 10 дисциплинах. Такие как армрестлинг, пауэрлифтинг, воркаут, стритлифтинг, велотриал. Для детей – открытые мастер-классы, а для взрослых и сильных – отдельные виды спорта. Спорт вообще штука сложная. Терпения много, работы, сил. Не только моих тренерских, вот у меня тренер сзади ходит. Были и другие дисциплины, для которых специальной подготовки не требовалось. Главное условие – желание победы и наличие спортивной формы. Я считаю, это очень хорошо влияет на молодежь, популяризует здоровый образ жизни. И вот мы, такие вот старые дедушки, уже приходим, смотрим на молодых и пытаемся подражать. Был на фестивале и силовой экстрим. Зрелище, скажем так, не для слабонервных. Для участия в нем в Иваново специально съехались 12 богатырей из разных уголков России. Вот это скорость, вот это скорость, вот это я понимаю. Вот так вот, ничего себе. Уходите, барабанщики, отбегайте. Куда? Куда? Ты не добежал, Дима. География и формат фестиваля каждый год, обещают организаторы, будет меняться. В дальнейшем они намерены сделать его более зрелищным не только для ивановцев, но и привлечь к здоровому образу жизни соседние регионы. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».